Фонтанчик-то показал? Нет еще. Ну покажи, какой красивый фонтан. Вот такая территория обалденная. Вот такой цветомузыкальный фонтан, я бы сказала. Вообще супер. И вот такая комната. В два раза, наверное, больше, да, той. Ну, в полтора уж точно. В полтора раза больше. Та стоила 58 домами, а это в Аль-Хаде 54. Ну, это скинутая, да, там было с это, скинутая. Вот, телевизор вот такой большой. Вот такая, не знаю, бюро назовем. Кофейное место с двумя креслами там не было. Вообще супер, мне очень нравится. Вот, кровать нормальная, да. Гардероб тоже, все в порядке. Тапочки есть, кстати. Так. Ну, как всегда, это Коран и коврик молиться. Так. Тумбочки прекрасные. Кофейник, чайник, кофе, чай. Зеленый, черный. Чашки. Микроволновка даже есть. Вообще круто. Холодильник с водой. Две бутылки. Так. Тут банкетка такая, да? Возле зеркала. Пожалуйста. Можно наводить красоту. Вот такой. Картина такая, дворик. Душевая комната. Одно полотенце вижу. Одно полотенце. Надо будет попросить второе, потому что что, мы одним полотенцем, что ли, будем вытираться? Ну, всего одно. Вот. А вода такая розовая, гляди. В это в унитазе такого еще не было. Была голубая. Голубая была, да. Так, шампунь есть, кондиционер. Тут, наверное, это шапочка для душа, мыло. Наверное, эти щетки, фен. Ну, в общем, все хорошо, только второе полотенце мы сейчас попросим, потому что чем будем одним вытираться полотенцем, как в походе? Мы, конечно, можем. Мы так делали уже не один раз. Договаривались, какая часть мужа, какая моя, и все. А так вообще все супер, все нравится. Вот так нас встречает Аль-Хада, Саудовская Аравия. Но холодно. На улице сейчас плюс 11. Мы вот включили кондиционер на 25, я думаю, он это нагреет комнату. Значит, не вижу, чтобы он дул. Сейчас придется еще включить один раз. Вот. Ну, в общем, вот так все. Все нравится пока. Буду рассказывать. Всем привет из Аль-Хады.